Да, Оксана, где вот эта вот? Оксана Леночкина. Она с Олегом. С разных сторон мы ее знали. Вот. А у нее сейчас трое детей. Меня знали как облупленного. Залупленного. Абсолютно, да. Так вот, у нее трое прекрасных. Она занимается верховой ездой. Как Митя. Она счастлива. Теми ездами на свете я занимаюсь. Ты ездами занимаюсь. Ездами? Что за езды? Ты букву П не пропустил? Это такие... Смотрел, не вынимая все выпуски. Я хотел подготовиться вообще.